Сегодня видео будет без микрофона. Чем занимается рукодельница, когда она не вышивает? В рабочее время, между прочим. У нас тут новый офис. Пока с таким вот видом. Там за мною металлобаза, которую снесут, и скоро там появятся... Вон, видите, вдалеке такие вот домики. Короче говоря, скоро снесут тут металлобазу и будут тут квартиры строить. В принципе, неплохо. Неплохо. Можно будет присмотреть себе что-нибудь на фундаменте и смотреть, как строится твоя квартира. Короче говоря, сегодня мне надо помыть все эти жалюзи. Там еще есть, они есть еще в коридоре. Здесь наша новая мебель стоит. Тут какая-то, как говорится, вчерашняя мебель чья-то. Директорский кабинет. Тут вот есть отдельно, в котором буду сидеть не я, а мой муж. А я буду сидеть вот там, чтобы он меня мог контролировать. Вот, пока вот так вот. И я планировала сегодня повышивать, но не знаю, буду ли я в восторге или в желании вышивать. Вот так вот, такие вот перемены, небольшие такие. Но почему я вам показываю этот офис? Потому что я планирую, что я буду какие-то части видео на будущем своем канале, как говорится, и этом канале, своем рукодельном, буду снимать вам видео отсюда. Поэтому я вам показываю. Может быть, я зарабатываю денег. Не знаю, много или мало, но, короче, я их зарабатываю самостоятельно. Но, как видите, полы помыть в своем офисе я еще в состоянии. Вы скажете, можно было бы там с уборщицей? Можно. Но сегодня только второй день, как мы заехали. Нам еще дают неделю для того, чтобы обустроиться. И пока не удалось выяснить, кто у нас будет убирать в офисе. Поэтому пока это делаю я, чтобы ускорить переезд. Вот так вот. Подсниму вам еще потом немного видосик сюда же, да? Для того, чтобы вы понимали, как было, как стало и что еще будет, да? Вот у меня будет такая... У нас тут вот, кстати, есть еще церковь Иисус. Ну, такая-то коммерческая, короче, там на хороших машинах приезжают туда прихожане их. Возможно, нам придется у них арендовать машину. То есть машина-место. И, по-моему, нам сказали, что есть для аренды места, парковки, в церковь ходить туда не обязательно. Мы очень надеемся на это. Ну, в общем, вот так вот. Во всем надо видеть позитив. И даже в таком. Я надеюсь, что вы разделите со мной мой, так сказать, стиль юмора. И поэтому сейчас я буду продолжать мыть пол, потому что здесь... Я вот здесь вот уже 3 раза промыла его. И мне надо еще 2 комнаты. Пожелайте мне удачи. В смысле, пожелайте, но когда вы будете видеть это видео уже, я думаю, что полы я очень даже быстро и хорошо промою. Ну, чтобы не задерживать наших пацанов, когда они будут забирать новую мебель в офисе. До встречи!